2807 руление. 2807, взлет рассчитывайте с курсом 238 СРД Танго на трассе Азовика. Аэрофлот 1134, such approach identified, здравствуйте. Моби 3 Alpha, descend flight level 110. Аэрофлот 1134, new information Papa at 0930 for runway 02 wind. 160 degrees, 2 meters per second. Visibility more 10 kilometers, clouds broken 840 meters, and QEF 1015. Мобус 3315, освобождение влево РД Лима. Освобождение влево по РД Лима, мобус 3315. Глобус 3315, полосу освободили по РД Лима. Глобус 3315, работайте рулением 119,0, все хорошо. Руление 119,0, глобус 3315, забрал нехороший мест. Добрый день, глобус 3315, после посадки РД Лима. 3315, точка руления, добрый день, прямо Ромео, влево на ВМБ, стоянка 29. По Роме, на ВМБ, стоянка 29, голос Сочи транзит, Россия 65-52.
Сити Транзит на связи, добрый день. Добрый день, еще раз на Внуково, пожалуйста, запишите данные. Заправка общая 8400 килограмм, на взлете 8200, на полет 4929, 4929, экипаж 2 плюс 5. Леонид, на предварительный, на рулите на РД-танго, на трассе завито. На полет 2-5, экипаж принято, спасибо, Россия 6-5, 5-2. Спасибо большое, все доброго. Доброго. Сообщите работу, на какой высоте рассчитываете? 32807, на какой высоте рассчитываете работу? От 50 метров, ровно 50-100 метров. Но мне надо все время на лазинку. Если они с тобой пройдут, там погода выступается, то через лаз буду координировать. 32807, вы сейчас с курсом полосы 24 будете взлетать в район поиска спасения или на лазинку? Подтвердите. Пробую, что ладно на лазинку. 32807, с каким курсом вам удобнее будет взлетать? Курсом 32807, работайте Сочи Старт 121-52. Аэрофлот 1134, автопоинт Кабул, директ Сьерра Сьерра 023. Зинарда Танго, стойте. Минуту ждать. А вы на Налагинке, вам нужно совершить посадку и забрать там спасателей, подтвердите? Да, да, они хотят там координировать действия. Если я не пройду на Налагинку, если погода плохая, то я приду в район поиска и попробую через вас работать с ними. Вас поняла, будьте на связи. Восемь шесть восемь пять пять, сообщите ваш номер стоянки. Прошу мать. 86855, понял? Аэрофлот 1134, descent at level 60, contact radar 119, decimal 7. Descent 60, 119, decimal 7, Аэрофлот 1134, спасибо за вас. До свидания. Good day, Аэрофлот 1134, Сочи, radar identified. Descent to height 600 meters, PC1015. And clear, direct Sierra Sierra 022. Clear, direct Sierra Sierra 022, descent 600 meters, correction PC1015, Аэрофлот 1134. Прибытие два борта, крайний рассчитал посадку через 15 минут. Разрешаю вам выталкивание CU. Запуск по расчету. Сибирия 1045, Чупрович identified. Здравствуйте. Мобит 3 Alpha, distance at level 110. Выталкивание разрешаю, запуск по команде будет. Я понял, уже выталкиваемся, запуск по команде будет.
2807, еще 30 секунд и буду с вами работать. Разрешено вам на Новагинке производить посадку руководителям полетов. Серда Танго с курсом 238, взлет разрешаю. 32807, по схеме набирайте 150 метров, высота 300 занята другим бортом, который прибывает к нам на аэродром. 150 пока набирайте до команды. 150, понял, на 32807, по схеме справа разрешаю набор 300 метров, СОСТу доложить, пролет СОСТа доложить. А пролет СОСТа доложил. 807, набирайте 300 метров, вам встречный будет в районе СОСТа, Ми-8 на 450 метров. Я пока пройду на 150, мы за ним разойдемся, я наберу, хорошо? 32807, вас поняла, на 300, на 150 следуйте, Ми-8 встречный, расхождение доложите. Подавление 764. 32807, на полосе 06, QFI 761 миллиметра. 761, приведено какое? Секунду. 550 на полет, 24 экипаж, вы без заправки. Да, точно так. Спасибо, Якутия, 474. 32807, приведенное давление 7,62 миллиметра. 7,62 установил. Восемь шесть, 8,55 рулений. Восемь шесть, 8,55 рулений. Где встречный находится сейчас? 32807 подходит к СОСТе. А то на 807. По моим данным, от берега 4 километра. А Акона, вам подходит правильно в Мариске? Да, Мариске 4 километра идет. Ми-8, 32833. Акона, а мы пройдем правее, ближе к берегу. Подходим к СОСТе с районом. 32807, работайте с районом 118,5. 32807, сочи район. 887, подходи домой, иду. Подхожу к району Хост, мимо Акуна, набираю безопасность и еду на Ланечку. 1045, контакт трейдер 119-7, goodbye. 10 килограмм, экипаж 24. Так, 107, понял, 300 метров разрешаю, набирайте, встречный 450, слева 5 километров по 30 градусов. На Вагинку расчетное дало, по сколько? Рассчитаю, 107, понял, прибытие на Вагинку заложить, посадку. Прибытие... Седьмой, по расчету сколько ожидаете быть на Вагинке? Заберем одну-две минуты. Заберем спасатель и сюда район падения будем следовать. Седьмой, понял, борта наблюдаете, если вам расходитесь? А, тут дымка есть, пока борт не наблюдаю. Но я ближе к берегу, я больше в море. Понял. Decimal 6, good day. What's the for decimal 6, I have 4134, what's your total of? Что, седьмой, 33-й? А, не понял? 33-й, ответ.
Отвечаю. Один вода телевизор. 833, работайте со стартом 120-2. ЗГТ-2. Так, 24-787 сочетает. Точка старт 32-8-33, все, что СУИО прошли, под ваше управление, на 450, под разведение 7-6-2. 32-833, Сочи старт, здравствуйте, снижайтесь 100 метров к четвертому развороту полосы 0-6, давление QFI 7-6-1 миллиметров, и по возможности без задержки. 32-833, 7-6-1 на приборе, снижаемся к четвертому 100 метров. 6855, сообщите, от РД Сьерра будете взлетать или от начала полосы? От РД Сьерра. 76855, вас понял. Рулите прямо, далее влево занимайте РД Танго, по РД Танго прямо до РД Сьерра, полоса 24. А вот это Танго Сьерра, полоса 24, 855. 84855, для информации, от РД Хотел располагаемая дистанция полосы 24, 2365 метров. Вас понял, 855. 633, возьмите курс к торцу полосы 06. Мирный 534 рулений. Предпретимо. 833, курс на торец полосы 06, возьмите. Заходящий борт наблюдаете на полосу 02? 833, наблюдаю, на торец выхожу. Мирный 534, ожидайте машину сопровождения. 32-833, вы выполните левый вираж в текущей позиции. 833, был готов к посадке к торцу. Выполняю. Выполняйте вираж 833. Выполняю, 83 левый. Пожалуйста. 86855, сию вправо по РД Танго, рулите к РД Сьерра и запишите условия выхода. Лент. Always 02, clear to land, Аэрофлот 1134. 86-855. Полоса 2-0 после взлета, вправо курс 280 для создания интервала. Схема выхода, ламет 1 альфа. Первоначально набор шел на 5-0 и после взлета с кругом 119-57. 633, выполняю. После взлета с кругом 119-7. Примечание курса 285. 85-85, и вам поправка от РД Сьерра. Пересекайте полосу 24 на РД Хотел и взлет рассчитывайте с полосы 2-0. Вас понял, в охоту полоса 2-0. 85-85, поправка по Сьерра, занимайте полосу 0-6, рулите вправо и освобождайте по РД Кило. 833, посадки готовы, борт на борт, заходящий, наблюдаю. 833, вас поняла, посадку рассчитывайте, траверс РД Юнифом, первая рулежка справа, полоса 06, посадку разрешаю. Разрешаю. Просите дополнительно занятие полосы 06. Там постановите полосы, доложу 85. 86-85, запросите занятие полосы. Запросу, дополнительно. Аэрофлот 1134, locate to the left, right taxiway Lima. Locate left, right taxiway Lima, Аэрофлот 1134. Полоса 2-0 для взлета, рассчитывайте от РД Новембра исполнительного или от начала полосы? Аэрофлот 1134, contact ground 119, decimal 0, да? Ground 119.0, Аэрофлот 1134, спасибо, все добро. Поправо.
202-833, справа РД Юнифом, следующий за машиной сопровождения, руление 119-0. До свидания. До свидания, Луканин. Выходит так же, самое руление. 34, руление. Руление. Суть руления, добрый день, Архот 1134, после посадки Лима. 1134, прямо Ромео, влево на Вэмбо, стоянка 27. Ромео, влево на Вэмбо, стоянка 27, Архот 1134. Сочи руление 32-833, освободил по Юнифам, следуя за автомобилем сопровождения. Добрый день. 32-833, у вас Сочи руление. Добрый день, следуйте за машиной сопровождения, стоянка 54 Альфа. Стоянка 54 Альфа. Сочи, прошу продолжить руление 85. 8385, рулите вправо по полосе 06, освобождение влево, РД Кило. Вправо 06, освобождение Кило. 8685, по возможности ускорьте руление. Поскольку. 8685, освобождайте по РД Кило влево, далее вправо по РД Майк. Предварительному РД Новомба полосы 2.0. Сибирия 1045, keep heading 0900, post placing, we're taking off aircraft. На предварительном полосе 2.0 работайте. Сочи старт 124.6, всего доброго. Сочи старт 124.6, спасибо, все хорошо, будем готовить. Прием, Сочи район. Понял, 32.807, вылет доложите. Прием. 434 за машиной сопровождения разрешаю буксировку к РД Виктор. Буксировку разрешили за машиной сопровождения к РД Виктор, мирный 434. Сочи старт. Разрешаю исполнителю рулите по РД Квебек, занимайте от начала. По Квебек занимает исполнитель. 855 газета готовы? Полсотни, пятый ветер, 190 градусов, 3 метра в секунду, полоса 20, взлет разрешаем. Разрешили взлет 855. Сочи Деливери, аэропорт 1123, добрый день, 1026, information, папа, request и кисиклирам. А Сочи Деливери, аэропорт 1123. Сочи Транзит 32-833. Сочи Гранд, аэропорт 1123. Добрый день, 1026, Information Papa. Request дисциплина. Сопровождь, рано идет. Да, 833. SID Lima Alpha 1 Alpha. Initial request at level 5-0.
Wind A-Bone, contact radar 119.7, clock 2446. Flight 1123. Clear to your destination via Lima Alpha, 1 Alpha departure, runway 20 for departure. Initial decline flight level 50. When airborne, radar 119.7, clock 2446. 5, я работаю с кругом, 119.0, всего хорошего. 119.0, с кругом. Airborne 119.7, clock 2446, аэропорт 1123. Тут 1123, хорошо. Сочи круг, день добрый. 86-855 с Трайзера идет перед 22 на первом, на курс 180. 86-855, Сочи круг. Право курс 280 для создания интервала. Немедленно 280. 21, Сочи рулини. 721, Сома, здравствуйте, стоянка 46. Ростов, ПВП, информация по паре, решите запуск. На курсе 280, набирайте эшелон 100. На курсе 280, набираю эшелон 185. Добрый день. Запишите информацию, пожалуйста, на вылет. Писываю. 2807, если произвели взлет, набирайте безопасную, 762 приведенная. И заберете высоту на связь, установите Сочи район, не слышу вас. Экипаж, это аэропорт 1135. Сообщите, вы взлет рассчитываете по самолетному или по вертолетному? Авиа 1045, контакт Ауэ, 124.6, good day. 124.6, good afternoon. Сибирь 1045, Сочи, Тауэр, good afternoon. Distance 1.8 kilometers from threshold on track runway 02, clear 20. Рулений. Взлет, да? 121, сообщите, вы в Ростов как планируете? По схеме Вину 1 Альфа, по ППП или по ПВП? Прямо на Лиман. Рашид прямо на Лиман 855. Беговую доложите на безопасный. И вас понял, стоянка 18. 17 мм 534. 855, уточнить хочу, на Лиман или Ламет? 855, вы готовились через Ламет? 855, вас понял, прямо на Ламет разрешаю. Хороший бы на Ламет, 855. Аэропорт 1123, 726, request pushback and start. Аэрофлот 1123, стендбай. Стендбай, аэрофлот 1123. ТЦ-2807, после окончания работы на Навагинку или на аэродром? Чувствую на ВМБ, стата попрумт, аэрофлот 1123. ТЦ-2807. Подтвердите, у вас подписан эшелон 160. Добрый день. Танк 32, информация по ПАП, это запуск одного на стоянке на малом. 045, be informed. Surface wind 260 degrees, 3 meters per second, gusty 6 meters per second. At 1000. Copy information, Siberia 1045.
32807, после пересечения береговой вы снижаться будете до какой высоты? ...807, расчетная, дайте, страж за СОСы. Понял, 807. Спасибо. Right. Okay, to the left, right, actually, Lima. To the left, right, Lima, Severe 1045. 138, спасибо, все хорошо, 85. Сочи, подход, день добрый. 86-855, курсом Ланет, пересекаю соты, подписано 140. 86-855, Сочи, подход, здравствуйте, опознаны. На Ланет набирайте, шум 140. Маломет набираю, 140-855. 86-855, подтвердите, после точки Ламет у вас точка Дебат идет? Это точно, через Дебат, 855. 86-855, вас понял. Сабири 1045, текст Вилима. Сабири 1045, контакт граунд, 119, decimal 0, да? 1190, Сабири 1045, thank you, bye. Граунд, Сабири 1045, good afternoon, Texaway Lima. Сабири 1045, Сочи граунд, good afternoon, via Texaway Romeo November, send number 29. Texaway Romeo November, send 29, Сабири 1045. Сабири 1045, confirm, stamp number 28. Okay, stamp 28, Сабири 1045. Высота 100 метров. 32807, понял. Работайте со стартом 121,2. Тридцать два восемьсот семь Сочи старт. Буду работать 50-150 метров. 08-005, Сочи подход, здравствуйте. Следуйте эшелон 130. До расчета начала снижения, расчетное начало снижения доложить, пока вас не наблюдаю. Ту 100 метров занимайте, выше пока не поднимайте. Сейчас с аэродрома будет вылетать Ми-26 вам навстречу. Понял, выключите. Он на расчете, да? Да. Понял, выключите. 8-0-5, подтвердите, еще и группу прошли. 08-005 и вас понял. Схема прибытия для вас МАДИТ 3 Альфа. Я подъемный замглаза. И вот сейчас как буду координировать, я буду подсказывать. Вас поняла, спасибо. Позицион. November is occupied. Пол позицион на фото, 1-2-3. Вас понял. Ламет, далее Дебат. Траверс точки Бакри доложить. Ламет Дебат, Траверс, Бакри доложить. 85.
Texas 1132, correction, 1123, Texas Home Point, runway 20, via taxiway November. Texas Holding Point, runway 20, via taxiway November, аэропорт 1123. Прямая ГАЗ-118, подскажите техсоставу, что вам буксировка и запуск второго двигателя на РД «Новембер» разрешен после проруливания аэрофлота. Разрешите буксировку и запуск на РД «Новембер» после проруливания аэрофлота. Слушай, руление 32821, разрешите руление. 32821, предварительно разрешаю, выруливаете по РД «Зулу-2» на РД «Танго». РД-ЗУЛ-2 на РД-Танго предварительно разрешили. 8-21. 807-й, ваша высота. 807-й, вас поняла. Выпускаю Ми-26, будет набирать 300 метров. Вам навстречу пойдет. Пройдите 2-3 километра, посмотрите, там вроде большой фрагмент обнаружен. Если есть возможность, подскажите, посмотрите, подскажите мне. Можете. Да, мы вот от берега 4 километра. Сейчас он вдоль берега пройдет. Принято. Управление Россия 6568. Добрый день. Россия 6568, слушай, Ройня, добрый день. Деливери работает у вас? Россия 6568, деливери не работает, от своего выхода готовы записывать? Да, давайте. Можете набрать. Выхода Лима Альфа 1 Альфа, набор эшелона 50, после взлета Прусса 19.7, Сквок 24.54. 250 метров, Ми-26 вступила задача, на 100 метров необходимо пройти. Пускай пройдет, пускай. Пускай летится, сразу уходит справа, на 100 метров. Пройдет хвосты, и тогда набирает. 250 я наберу, я буду в облаках. 4, поправились, спасибо. Взлета сразу по береговой направо ему. 32807, ему поступило задание пройти с курсом взлета на высоте 100 метров. Ну, пускай проходит. Я тогда, пускай он уходит в море, я уйду ближе к берегу. Я вас поняла, сохраняйте 100 метров, 807. Так, давайте так, мы пройдем в курсе туда, к берегу, а вот пускай взлетает. 32807. Я его проинформирую. Визуальный контакт с ним сообщите. Вы на 100 метров. Взлет разрешаю. ДТНГ, курсом 228, взлетаю. 821. 821, набирайте 100 метров по курсу взлета. 821, информацию принял, задание имеем. Посмотрим. Ходу. 08005, и вас понял. Сочи Таура, аэропорт 1123. Добрый день. Аэрофлот 1123, Сочи Тауэр. Добрый день. Runway 2
Runway 20, line up and wait. Line up and wait, runway 20, аэропорт 1123. Общее количество керосина 10200, на взлете 10 ровно, расход 5300, время в полете 2.04. Все приняли, сейчас через минуту пересекать береговую будет. 200 общая, 200 на руление, 5300 на полет, 2.5, экипаж принято, спасибо, аэрофлот 11.35. Контакт с ним, мне, пожалуйста, сообщите. 11.21 принял. Борт на высоте 100 метров находится. 8.21 принял. Вас поняла, спасибо. 821 поступила информация, что вот эта вот часть, вот эта белая, находится на 800 метров от берега. 21 сию береговую проходим, наблюдаем. Вернее, видео наблюдение доложу. Сьерра 023. А 8.21 подтверждаем. Сию на удалении 800 метров за километр. Большой обломок. Наблюдаем по курсу взлета. 821 вас поняла. 800 метров до километра. Подтвердите информацию Кулабек. Информация Кулабек на борту. Доложен 0.5. 0.5 вас понял. 821 правым выход по МВЛ курсом следуем на Ростов. 821, разрешаю по схеме выхода вправо от ворот. Вы тоже наблюдаете, да, К-32? Да, подтверждаю, наблюдаем К-32. Расхождение доложите. 87-й наблюдает, 26. А я буду говорить, за ним пройду, пропущу его и пойду в район Союза. 807 вас поняла. 821 сохраняйте высоту 100 метров. В районе Сочи вам будет еще один встречный вертолет на 200 метров. А 821 сохраняем, кто информацию принял? ЮТР-249, Сочи, подход, здравствуйте. Опознаны. Схема прибытия Мобиль 3 Альфа, снижайтесь, эшелон 1-1-0. Готовься, погода плохая. 807-й. Вас поняла, но вертолет идет на посадку на аэродром. 4, тоже. Поняла, обязательно сообщим. Мористия 4, высота 100 метров. Р-249, вас понял. 230 узлов уменьшить возможно? 249, вас понял, уменьшайте скорость 230 узлов для создания интервала с заходящим бортом. 230, скажи, 249. 205, снижайтесь, эшелон 6-0. 08-205, работайте, Сочи круг, 119,7, всего доброго. Седьмое, значит, 121. Разошли справа, не борт, наблюдаю устойчиво. Кто докладывает, повторите. 807, борт, наблюдаем устойчиво, разошлись с 821. 807, вас поняла, разошлись с 821, спасибо. А 821 подключили. 821, вас поняла. И 600 метров. Мира, мира, на 21. 118,5. 7. За бортом, всего заняли 100 метров, следуем в район падения. 807, работайте в районе работ ваших на 100 метров. Мористия 4, правильно? Да, ориентировок на 4 километра. 807 вас поняла, оставайтесь на связи. 32-821, следуйте на 100 метров по ПВП.
762 приведенная. Вам встречный однотипный, до сорти 5 километров ему осталось. Позывной 24787 на 200 метров. 100 метров, давление 762, сохраняем информацию, приняли от Александра. 821. 24787, Сочи район, для информации, встречный однотипный на 100 метров между вами. 18 километров по курсу будет. Походу 1-2-3, Сочи, Редо, Гудастен, Нун, Лим, Альфа, 1, Альфа, Climb Flat Level, 100. Climb Flat Level, 100, Лим, Альфа, 1, Альфа, работа, 1-2-3. На 67-м отсеке, так, борт на посадку, на каком удалении, где находится? 32-807, Ми-26 следует. Сейчас я узнаю, где он находится, на 200 метров. Нет, Ми-26, который от нас или к нам? Еще один Ми-26 следует. Позывной его 24-787 на высоте 200 метров. Понял. 300, аэропорт 1-2-3. Красота, точка Сарси. Понятно, он на встречном идет. Да, он встречный. На аэродром летит. Выше 100 метров не подниматься. Борт на 200. Наблюдаю. 807, он пока что не у меня на связи, но у района 118.5. Борт, наблюдаю тебя, расходимся, Леонид. А ты который мог так заговорить? Еще будет встреча пересекающая в районе катастрофы работает. Позывной ему 32-807 на 100 метров работает. К-32. К-87-100 доложите 200 метров. ЮТР 249, после точки Кабул следуйте прямо Сиера, Сиера 023. 26, расходимся с собой, подъезжаю тебя, отправим. 32-807, старт говорит, он еще не на моей частоте. На частоте района 118.5. Ну ничего страшного, я его вижу. Сейчас я отойду и нормально. Все, спасибо, принят. Спасибо, Сочи, работал вам по 3, добрый день. Старый Клима Альфа, Аклайм Левел 100, Найн Азеро. Аэрофлот 1-1-2-3, Сочи Проуч, Identified, здравствуйте, Direct Lima Alpha, Climb Flight Level 200. Lima Alpha, Climb Level 200, Аэрофлот 1-2-3. UTR 249, работайте с кругом, 119-7, всего доброго. Круг 119-7, всего доброго, всего доброго. градусов, набираю, эшелон 100, Вимен, 117. Еще раз номер стоянки. Здравствуйте. Кабул, просто 1-1-0, Мандитский Анна. Информация отсюда. Разработки ОСОПН-2. Теперь 249, Сочи, круг, добрый день, опознан. Точка Сера-Сера на 23, снижайтесь 900 метров. Сера-Сера, на 23, снижайтесь 900 метров. 249. При втором разошлите, правыми он ушел. Разошлите, займу 100 метров. Опять и понял.
32-807, наблюдайте, Ми-26, 24-787. Разошлись, 32-807, Ми-26, может, к вам подходит. 87 вас поправка. 807 вас поняла, ему тоже необходимо 100 метров снизить. Я тогда его снижаю. Я это понял. Понятие разворот на точку Сьерра Сьерра на 22, снижайте 600 метров. Здравствуйте, сообщите, вы с К-32 разошлись, правильно визуально? Да, правильно разошлись. 24787, вас поняла, снижайтесь 100 метров к 4-му, полоса 06, готовьтесь на полосу 06 заходить. 24787, понял, полоса 06. Подход на 135,8, все доброго. Прямо Лима Альфа, 135,8, все доброго. Какая-то скорость по расчетам. Лима Альфа, 118, день добрый. Курсом Лима Альфа, на дворе салон 100. Лима 118, Сочи, подход. Приветствую вас опознанно прямо на Лима Альфа. Набирайте салон 200. На Лима Альфа, набираю салон 200. Повторите. 24787, подскажите, привод в работе, способ наш совершить. 205, пересечение 900 доложить. 205, понял, продолжайте заход, снижайте 600. Заход, продолжаем, полоса 06, посадку разрешаю, траверс РД Юнифом. Семьсот восемьдесят седьмой Юнифом, это первая рулежка справа, полоса 06. Полоса 06, первая справа, вас понял. Полоса РД, скорость без ограничений. Два ноль пятый. Работайте со стартом 124,6. Все доброго. Два сорок девять. Если готовы, точка Сьерра Сьерра 0,22. Снижайте 600 метров. Сочи старт. Добрый день. Удаление 18. Полоса 02, посадку разрешаю. Удаление 18, полоса 02, посадку разрешили на 8.05. Посадка контроль 135.6. Have a nice flight. Goodbye. Два 24787 справа РД Юнифом. Следуйте за машиной, работайте руление 119-0.
Сочи, руление 32-833. 32-833, Сочи, руление, на приеме. Сочи, руление, 32-833, информация, что на 154-я стоянка. Но на лазерку запуск прошу. Запуск вам разрешаю. Ладно, 32-821, Сочи район. Лакро, доложите на безопасность. 8205. При соблюдении в Юна Эрбелима. Разбирство. 08205. Освобождение в Лево на полосу 24. А освобождение в Лево на полосу 24. Надо сказать. Как все имя слышно? Сэр, 2.49 за 30 минут. Полоса на 2, ветер у земли 290 градусов, 3 метра. Давление 1014 гектопаскалей. Остальные данные без изменений. Сэр, 2.49. А 49, работайте со стартом 124 за ТА-6. Добро. 124-6-49. До свидания. 08-005, работайте с рулением 119-0. 119-0. ЮТР 249, Сочи, старт, добрый день, удаление 17, на курсе, полоса 02, посадку разрешаем. Посадка, 2.05, Сочи, Ролина, добрый день. Сейчас влево, влево, на РД Майк, по РД Майк подруливаете к РД Кила. РД Майк влево, далее РД Кила. Занимайте полосу. Далее вправо по полосе. Освобождайте полосу на РД Сьерра влево. По полосе РД Сьерра. 205.
32-833 руление. 32-833, значит, у нас погода ухудшается, и бор, который работает по поиску, в районе поиска, просит, чтобы больше вертолетов сюда не посылали. Если у вас нет возможности из-за погоды, типа предгорьям, есть у вас такая возможность пойти по предгорьям или нет? Если по предгорью пойти, возможно, через Солсу, но на Лагинку пока. За 05, следуйте за машиной сопровождения по РД Танго, стоянка 44 через стоянку 43. Стоянка 44, есть авторитет. Пробуйте, 32-807, вас понял. Город, доложите на безопасность. Россия 65-68, разрешите предварительно. Россия 65-68, предварительно разрешаю, полоса 2-0, рулите прямо по РД Новембо, полосе 2-0. По форумке 2-0, прямо по Новембо, Россия 65-68. 32-833, у вас какое задание? По поиску спасения, либо вы просто перемещение у вас на площадку Молдовка, на Лагинка? Вы идете по поиску спасения, либо у вас просто перелет на площадку Молдовка? Пока перелет на площадку на Лагинка, далее по командам. 32-833, вам пока отбой, потому что высота облачности 150 метров, и вас там не смогут развести с вертолетом, который выполняет сейчас поисковые работы. Не пойду, что я просто на Малагинку через Молдовский мост сброс, готов туда. Не пустите? Виктория 249, освобождение. Влево на полосу 24. Влево на полосу 24, у тебя здесь 49. Этаж 249. На ВПП 24. Ютер 249 на полосе 24, будете освобождать влево эко, работайте со стартом 121,2. Старт 121,2, освобождение по РД эко, ютер 249. Ютер 24, выключение. 2,05, до вылета. Что с уровнем так мало, что по 33-му? По 33-му, на Малагинку, готов через казачий брод. В моем поиске выходить пока не буду. 33-й, вас понял. Сочи, старт 32-807, прямо перед вами на удалении 2 километра запретная зона. 32-807, вы в курсе запретной зоны 105-106? 32-807, вас понял. Айтер 249. 249, НРДК.
Виктор 249, работайте с рулением 119-0. С рулением 119-0, 249, достанет. Так, Виктор. 32-807, понял вас. РДК после посадки. Пер 249, случай руления, добрый день. Рулите прямо на РД Новембо, затем справа по РД Новембо, стоянка 26. Чуть транзит на связи. Пер 249, справа на РД Новембо, стоянка 26. Россия 6568 на предварительном работе с карты 24.6. 24.6, Россия 6568, все добро. Точно так, Россия 6568, добрый день. РД Новембо перед вызвать вас. Россия 6568, Сочи, Стар, добрый день. Разрешаю исполнительную полоса 2.0. Я исполнительная полоса 2.0, Россия 6568. Питер 249, на стоянке, конец речи. Питер 249, давлю. Россия 6568, полоса 20. Взлет разрешаю, добрый путь. Вы руливаете по РД-1 на РД-танка. РД-1, РД-танка. Кстати, вырули. Точек, Россия, 6568, добрый день. Лазарская, 1, Анна, набираю 5-0. 6568, точек, круг, добрый день. Лима-Альфа, 1-Альфа, набирайте шум 100. Лима-Альфа, 1-Альфа, набирайте шум 100, Россия, 6568. Это на ЗУ, звоните РД Танга. 32-833 на РД Танга, работает ИСА 121.2. ИСА 32-833 ЗУ, занимаю РД Танга. 6568, разрешите без ограничений набор. Россия 6568, разрешаю, вправо курс 300 из-за движения. Вправо курс 300, набираем для эшелон 100, Россия 6568. 2-833, взлет разрешаю, РД Танго. 833, взлетаю.
333, взлет произвел молдавский, когда ты в рот дала то. 32-803, траверс молдавского моста заложите. Траверс молдавского дала то 833. Два 833, по направлению работайте с районом 118.5. Всего доброго. На связь с районом 118.5. 38.5. Всего доброго. Спасход Россия 6568. Добрый день. Курс Лима-Альфа набирает шелом 100. Пересекаю 85. Россия 6568, точный подход. Здравствуйте, опознанный. Прямо Лима-Альфа, набирайте шлон 200. Лима-Альфа, набирайте шлон 200, Россия 6568. По ПВП набирайте безопасную 762, приведенная. Посадку, время стоянки на Вагинке, доложите. 32-833, посадку на Вагинке доложим по времени стоянки дополнительно. Так. 32-807, пока ожидайте, на Новагеньку с аэродрома взлетел борт по предгорьям, следует. Хорошо, я так как хочется подойду. 32-807, вам необходима посадка на Новагеньке, подтвердите? Ну да, по погоде. 32-807, сию туда Ми-8 следует с аэродрома по предгорьям. Ожидайте пока. Вы тут спрашивают причину посадки на Новагеньке. 32-807, понял? Далее на аэродром будете возвращаться? Да, на аэродром. Следовать по ПВП на безопасность 762, приведенную для информации Ми-8, от Казачьего Брода отвернул на Новагинку. Позывной у него 32-833. Посадку на Вагинку в время стоянки доложки. 32-833, для информации, сейчас в районе Хосе на береговую вышел, набирает безопасную К-32. 833, желательно увидеть борт, слева должен быть. 833, сейчас находится.
Сидел. Alpha arrival.